Всем привет! Меня зовут Дмитрий, и ты смотришь «Хочу в кино». На этой неделе у нас романтическая музыкальная драма. Идеально для хорошего свидания. Это не мюзикл. Здесь нет никаких диснеевских штучек. Это фильм про музыкальную индустрию, поэтому отношения между людьми выражены в песнях. Это новая песня для всех, кому когда-либо было одиноко в большом городе. So you find yourself at the subway. You realize it's the end of the line. У меня чуть нервный срыв не случился, и тут я услышал твою песню. Я хочу записать с тобой альбом. Пошли отсюда. Только пиво за твой счет. Давай запишем альбом. Нам даже не нужна студия. Будем записывать на улице? Для каждой песни новое место. Под мостом. Китайский квартал. На лодках в Центральном парке. И что бы ни произошло, будем писать. А если нас арестуют? Продолжим писать. Поют в фильме «Покорительница Карибских морей» Кира Найтли и Адам Левин, солист группы Maroon 5, очень популярный в Америке, так что музыка в фильме что надо. Прикинь, твой бойфренд только что взял главный приз. Если бы я мог хоть как-то исправить то, что я сделал, ты просто скажи, что я... Но сейчас все изменилось. Крутая борода, козел. Вот не везет такому парню пару лет, и люди совсем забывают, кто он такой. Мы же не знаем, что из этого выйдет. Это точно, но так и работает чудо. Фильм милый, романтичный, смотрится на одном дыхании, а также дает ответы на любовные вопросы, будь то подросток или уже пожилые люди. Waiting for the next move, anticipating the next groove, and the road is long, and you're only as strong as your next move. Йоу, Джимми, ты записал? Есть. Окей, это было очень круто. Ну а на этом у меня сегодня все. Не забывай получать скидки по студенческому дисконту, смотреть фильмы в кинотеатре «Вертикаль». Пока-пока! Детям эта картина явно понравится, ведь для них она и была создана. Как говорится, смотри и расслабься. Остальные же не дадут для себя ничего нового по сравнению с предыдущими частями.